1868 году, тогда он стал премьером Венгрии, а после этого министром иностранных дел. Направо это серое здание, дом-музей террора. Там фашисты во время Второй мировой войны мучили коммунистов, и потом коммунисты мучили тех, кто не хотел принять коммунизм. Конечно, не те мучили, которых мучили, а высшая политика по приказу политики. А вот перед нами пересекаем скоро Большое кольцо, там едет комбино, это желтый трамвай, самый длинный трамвай в Европе. Фирма Siemens делала, 3 года тому назад купила это трамвай для Будапешта. А тут загляните, пожалуйста, налево, там вы увидите здание высокой башней, там находится кафе «Нью-Йорк», в гостинице «Босколо», близко к Блага Луизе. Тут находится в 1974 году построили, и когда увидел его Франц Йозеф, император Австрии, ему этот больше понравился, чем Венский. Кстати, вы у меня можете заказать и Вену, и любые поездки, и во время ужина, во время дегустации вина я вам могу выписать квитанции. Большая базилика тут в Будапеште, значит, кафедральный собор. С утра с 9 до 5 открыто, и только у входа справа надо заходить, можно заходить и тогда, когда богослужба. Надо пожертвовать или 200 форинтов, или 1 евро. Nem a vízszűrés, hogy a megállóban van. Pedig a díszcsak 4-en vannak, szerintem fölkapott.